Hello, my dear friends. I'm glad to see you on my channel. I am Maria, and today we are going to visit a very nice girl. She is clever, she is cute, and she is a young mom. Like every Russian girl, she has a lot of great moments in her life, and of course she has some problems. So let's go and ask her about everything. А мы вас ждем. Да что вы? Да, заходите. Заходим. В гости к нам. Вы раздевайтесь. Знакомьтесь. Знакомьтесь, это дочка Василиса. Помаши Василис ручкой. Привет! Привет! Маша, Маша, скажи, привет! Растерялась. Растерялась. А это Катя. Привет! Привет! Добро пожаловать в наш скромный дом. Пойдемте пить чай. У нас очень много вкусностей и сладостей. Пойдемте. This is the kitchen of Russian housewife. Here you always will find such a nice plate with cookies, candies and fruits. Ты сама этот торт делала? Да, пирог лоранский. Лоранский пирог, французская кухня. Рецептом поделишься? Обязательно. А почему французская? Потому что очень нравится, сытно, вкусно, просто, легко готовится. А сейчас попробуем. Ну что, давайте разливать чай? Давайте. Василиса, ты будешь помогать? Давай, мы наливаем чайку. Чай у нас с бергамотом, ароматный. Сколько Василисе? Василисе год и 4 месяца. Скоро будет полтора. Готовимся к Новому году. Но ты не работаешь, ты сидишь с ней дома? Нет, не работаю, сижу дома, потому что маленькая еще. Детский сад у нас принимает детишек только с 3 лет. Так что до 3 лет мы будем сидеть дома. Потом мама выйдет на работу. К сожалению, пособия ежемесячные, которые нам платят после рождения ребенка, очень маленькие. Мы получаем 15 тысяч рублей в месяц. Вот лично я своей зарплатой. Василиса требует очень много внимания, поэтому пока она маленькая, не хочется отдавать ее в детский садик. Ну а после полутора лет у нас пособие составляет 120 рублей в месяц. Сколько долларов? 120 рублей – это 2 доллара. 2 доллара. Вот представьте себе, с полутора до 3 лет родитель получает 2 доллара в месяц на пособие для ребенка. Это соки, это каши, это еда, это подгузники, это одежда. Как обеспечить ребенка на 120 рублей в месяц? Есть мамочки, которые отдают детишек в платный детский сад и выходят на работу, чтобы зарабатывать на детский садик, оплачивать. Ну и самой, если скучно сидеть дома, тоже как-то выходить в свет, проводить время с друзьями, общаться. А сколько стоит детский сад платный в среднем? В среднем хороший детский сад стоит около 30 тысяч рублей в месяц. Ого, это в долларах где-то 500 долларов, да? Да, где-то так. 30 тысяч рублей в месяц, если учесть, что средняя зарплата девушки работающей, ну 50-60 тысяч, то есть это больше 50%. Больше 50% стоит садик. Одному родителю потянуть, конечно, нереально без помощи друг второго. То есть тебе еще сидеть в декрете, получается, полтора года? Да, еще полтора года, да. Последний раз вот получу свои 15 тысяч, и все, будем получать 120 рублей. Да, наверное, наши иностранные зрители удивятся такой нашей системе. Да уж, система у нас. Но у нас есть так называемая молочная кухня, где государство обеспечивает ребенка детским питанием, мясными консервами, соками, выдается раз в месяц, но там тоже немного. То есть, если это выдастся, в средней сложности это где-то на неделю. То есть, за месяц ребенок должен съесть то, что, в принципе, можно съесть за неделю? За неделю, да. Вот это выдается на месяц ребенку. Да. Но для того, чтобы получать это пособие, ежемесячно нужно ходить в поликлинику к своему участковому педиатру и получать квиточек. Угу. То есть, если ты пропустил день выдачи квиточка, все, ты пропустил уже выдачу этого пайка. Ну, по-моему, у нас наши детские поликлиники, они не очень хорошие. Мамочки стараются туда не ходить. Да, мы с Василисой наблюдаемся у платного врача в платной клинике, потому что намного проще сдать все анализы, намного проще пройти всех врачей, так как в бюджетных поликлиниках, к сожалению, во-первых, очереди, во-вторых, не всегда квалифицированные специалисты. А расскажи про стоимость платных поликлиник. Стоимость платных поликлиник? Ну, в среднем посещение врача стоит 1 тысяча рублей. То есть 1 тысяча рублей
пособие у тебя 15 тысяч. Да, 15 тысяч. Которое ребенок... не закончится, да, скоро. Если, грубо говоря, ребенок... пойдем мыть ручки. Пойдемте мыть ручки. Если, допустим, ребенок болеет раз в месяц, это значит, что нужно посетить одного специалиста, это педиатра, два раза как минимум, и узкого специалиста, например, там лора или отоларинголога. Ну, грубо говоря, за болезнь нужно потратить 3-4 тысячи рублей вместе с анализами. Хорошо, а если ты решишь воспользоваться этими услугами в государственной клинике? Ну, в государственной клинике, естественно, все будет бесплатно. Но чтобы пройти врачей, нужно записаться, как всегда, это очередь к бюджетным специалистам. Во-первых, очередь, во-вторых, ну, не доверяю я им. Хочется ходить к проверенному человеку, специалисту, который и назначит квалифицированное лечение, и поставит правильный диагноз. А сколько в среднем очередь, если в бесплатной поликлинике, по времени? В бесплатной поликлинике, ну, чтобы записаться к врачу, нужно получить талончик, а это 2-3 дня ждать. За эти 2-3 дня ребенок может выздороветь. Выздороветь успеете. Угу.